есть возможность открыть Библию и вместе изучать то, что Господь оставил нам, то, чему Он научил нас. Я приготовил слайды, вы сможете увидеть их на экране. Слова Библии прямо перед нашими глазами будут, для того, чтобы нам легче было воспринимать, понимать, запоминать. Мы сможем с вами вместе читать, что же говорит Священное Писание. И, конечно же, Библия учит нас многому. И у нас нет возможности сразу же все темы библейские изучать за один раз. Но мы возьмем одну важную, центральную библейскую тему. О ней Библия говорит очень много. И этими словами даже Библия заканчивается. Наша тема – долгожданное избавление. Или когда же наступит небесное царство? Последние слова Библии говорят о пришествии Иисуса Христа. И апостол Иоанн, записавший эту книгу, записал и такие слова. Господь говорит: «Ей гряду скоро». И Иоанн говорит: «Ей гряди, Господи Иисусе». Библия очень много говорит о пришествии Иисуса Христа. О первом Его пришествии говорит Ветхий Завет очень много. И Ветхий Завет говорит и о втором пришествии Христа, и Новый Завет также много говорит о втором пришествии Иисуса Христа. В Евангелиях, в частности, в Евангелии от Матфея, мы читаем следующие слова. «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрал всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Евангелие повествует нам об этой истории. Видите, пришли мудрецы, волхвы с востока, где-то из далеких восточных стран, в Иерусалим, ищут царя израильского. Но здесь местные люди ничего не слышали, ничего не знают. Но царь спрашивает у священников, есть ли где-то написано, есть ли какое-то пророчество о том, где и когда должен родиться царь. И они ему ответили. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Так говорится об Иисусе Христе. Итак, давая ответ на том, на этот вопрос, где должен родиться Иисус, они ссылаются на Библию. Действительно, когда мы открываем Ветхий Завет, книга пророка Михея, мы находим как раз эти слова, которые священники процитировали царю Ироду. Так вот они описаны. «Ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Сам Бог должен был воплотиться в человеческое естество. Где должен был родиться Иисус? В Вифлееме. Когда Он должен был родиться? Библия тоже говорила, когда Он должен был родиться. Время рождения Иисуса Христа предсказано в Библии. Когда мы читаем с вами книгу пророка Даниила, записанную еще где-то за 600 лет до Рождества Христова, в ней мы находим предсказание
точного времени, когда должен появиться Иисус Христос. Мы находим объяснение распятия Иисуса Христа. Все есть подробно изложено. Просто удивительно, как волхвы пришли, они ждали царя, они ждали Спасителя. Но народ Божий, который жил в Иудее, в Иерусалиме, они не обращали внимания на то, что говорит Священное Писание, хотя они его и читали. В книге пророка Даниила мы читаем следующее о пришествии Христа, о рождении Христа. Пророку было сказано следующее: 70 седьмин. Ну, седьмин – это неделя, так чтобы понятно было. То есть 70 недель определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие. И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, может быть, не все понятные словосочетания здесь, но давайте дальше посмотрим. Дальше идет объяснение. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. То есть, говорит, твоему народу дано 70 седьмин. Пройдет 7 седьмин, потом еще 62 седьмины, и потом еще одна седьмина, мы дочитаем о ней. О чем здесь говорится, так чтобы нам чуть-чуть было понятно. Пророк Даниил, который писал эту книгу, в то время находился в Вавилоне. Израильский народ за свое непослушание был наказан. Вавилоняне захватили их страну, разрушили город, разрушили храм и увели многих иудеев в плен. И вот пророк Даниил находится в плену там. Он переживает, что же будет дальше с Богом. Храм разрушен. Кто как узнает о Боге? Израильский народ отступил от Бога. Израильский народ в поругании находится. Как же, что будет дальше? Но Господь говорит, это еще не все. Твоему народу будет еще дано 70 седьмин, то есть 70 недель. Должно произойти все, что здесь сказано было, и аж до Христа Владыки должно произойти 7 седьмин и 62 седьмины. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. То есть предсказывается рождение Христа и смерть Христа. Ну, эта дата начинается, здесь объясняется, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Иерусалим был разрушен. Народ Божий был, кто убит, кто в плену. В Вавилоне тоже прошло много времени. Пророк Даниил там был лет 80. Вернее, не 80, лет 70, вернее. И когда уже этот срок истекал, он знал, что вскоре Господь должен их вывести оттуда, из плена. И должно произойти восстановление Иерусалима, храма и так далее. И вот Господь ему говорит здесь, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Если изобразить это схематически, так, чтобы было понятно. Постановление о восстановлении Иерусалима вышло. Оно вышло, о нем упоминает и книга Ездры более детально, и книга Даниила упоминает, что оно будет. И исторически, сегодня уже это подсчитано, нам известно достоверно, что оно вышло в 457 году до Рождества Христова.
Это уже было при персах. Указ Артаксеркса. И об этом же в книге Даниила говорится. Даниил сам пережил смену эпох, смену поколений, смену власти. Когда-то вавилоняне привели его в плен, но теперь вавилоняне сами были завоеваны персами и медянами. И теперь Даниил жил при новой власти. И вот новый царь Артаксеркс издает указ. Бог положил ему на сердце отпустить пленников в Иерусалим. Пусть идут, пусть восстанавливают город, пусть восстанавливают храм. И вот от этого момента до Христа Владыки мы читали 7 седьмин и 62 седьмины. Вот они. До Христа Владыки. А затем, сказано, будет предан смерти Христос. Это последняя седьмина. Последняя седьмина. В середине этой седьмины будет предан смерти Христос. Так и произошло. Значит, здесь еще один важный момент. Мы говорили, что седьмины – это недели. Если взять буквальных 70 недель, 70 недель – это чуть больше года. С 457 года чуть больше года не приводят нас ни к рождению, ни к смерти Христа. Но в Библии есть очень важный принцип. Пророческий день считается за год. И поэтому 70 седьмин или 70 недель – это 490 дней выходит. Или же вот эти пророческие дни, они являются годами. И когда мы считаем таким образом, и это... Так считали многие исследователи Библии даже в то время, те, которые ожидали рождения Иисуса. И мы выходим на 27-й год, с 457 года до Рождества Христова, до 27-го года по Рождеству Христову. В это время Иисус начинает свое публичное служение. Он принимает крещение от Иоанна Крестителя. И он теперь становится известен всему народу. Он заявляет о том, что он Мессия, посланный Богом. Здесь важно отметить, видите, 27-й год по Рождеству Христову считается. Хотя в Евангелии мы читаем, что Иисусу было 30 лет, когда он принял крещение и начал свое служение. Дело в том, что когда... Вот это исчисление было до нашей или до Рождества Христова, по Рождеству Христову. Оно было уже гораздо позже, чем жил Иисус. Один монах, католический монах, делал это исчисление и допустил небольшую ошибку. И поэтому получается, что 27-й год по Рождеству Христову, а Иисусу было 30 лет. Но это известный факт исторический. Именно в этом году, в 27-м году Иисусу было 30 лет, и он начал свое служение. В 31,5 год было распятие Иисуса Христа, как и предсказывала Библия. И еще 3,5 года осталось для иудейского народа, чтобы осознать, кто такой был Иисус Христос, что они сделали с Ним. Многие люди, Библия говорит об этом, многие даже из священников – покаялись после смерти Христа. Они увидели в Иисусе долгожданного Мессию, и они стали Его последователями, стали христианами. Один из злейших врагов христианства, Савл, мы читаем в Библии, обращается к Богу и становится апостолом Павлом, который написал большую часть Нового Завета. Он также в это время обращается к Богу после распятия Иисуса Христа. Многие начали читать Библию, Ветхий Завет по-новому. Они увидели, что Иисусу надо было пострадать. Он должен был быть убит. Он должен был умереть за грех людей, чтобы взять на себя проклятие греха, наказание за грех. И многие люди увидели в смерти Христа исполнение библейских пророчеств. В 34 году происходит
завершение вот этого большого периода. 490 лет Бог дал еще израильскому народу. От вавилонского пленения и персидского указа до 34 года, когда ожесточившиеся иудеи продолжили гонение первых христиан. Когда побили Стефана, первого диакона, одного из семи первых диаконов христианской церкви, они весь Синедрион побил камнями. Это был заключительный акт. На этом долготерпение Божье оканчивалось. Теперь не еврейский народ должен был быть представителем Бога на земле, а вот те первые христиане. Они теперь были Божьими представителями. И началась христианская эпоха. И мы знаем с вами развитие христианской церкви, взлеты и падения. Но сегодня мы живем в это время, 21 век. Есть ли в Библии какие-то пророчества? Есть ли что-то, что говорит нам о втором пришествии Иисуса Христа? Мы не часто можем услышать эту тему. Есть ли что-то в Библии? Если первое пришествие Иисуса Христа так было предсказано, и время, и место, и все так точно сбылось, как было предсказано, есть ли что-то в Библии относительно второго пришествия Иисуса Христа? Все ли ждали Иисуса Христа в первый раз? Далеко не все. Далеко не все. Все ли ждут Его сегодня? Ну, может быть, не все, но, может быть, мы имеем в виду, что кто-то неверующий Его не ждет. Может быть, мусульмане Его не ждут, или буддисты. Но христиане-то все ждут второго пришествия Иисуса Христа, или нет? Что мы подразумеваем под этим? Иисус очень много говорил своим ученикам о своем втором пришествии. Он постоянно успокаивал их, чтобы они не переживали. Он духовно будет с ними постоянно. Но наступит время, когда Он возьмет их к себе. Когда мы читаем Евангелие, мы не можем не заметить этой темы. Во всем Новом Завете постоянно звучат эти слова Иисуса. «Будьте верны, я вернусь, я приду, я возьму вас к Отцу, я хочу, чтобы мы были вместе» и так далее и тому подобное. Конечно же, Библия говорит нам о том, что точного дня пришествия Иисуса Христа никто не знает. Мы читаем в Евангелии от Матфея, например, «О дне же том и часе никто не знает», это Иисус говорит, «ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Итак, какая основная здесь мысль? Что люди не готовы были к потопу. Так? Хотя Ной 120 лет предупреждал и проповедовал, а человечество было не готово. Люди не хотели воспринимать эту проповедь. И поэтому Иисус делает вывод. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Библия описывает Иисуса Христа как реальное, буквальное событие. Иисус предупреждает: не верьте лжепророкам, не верьте тем, которые говорят: вот Иисус там пришел где-то тихонько, Он в потаенных комнатах там кому-то встретился, вот нужно поехать туда, там Христос пришел. Нет. Библия говорит о том, что как молния сверкает и бывает видна от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Это будет буквальное событие,
Библия говорит, что всякое око узрит его. Мы все увидим это. Но давайте посмотрим, а есть ли в Библии какое-то временное, ну хотя бы приблизительное, приблизительное время второго пришествия Иисуса Христа? Можем ли мы найти? Так, день и час, Библия говорит, никто не знает. Но а приблизительно хотя бы, чтобы знать, ну это еще 1000 лет ждать. Или, может быть, это будет как-то быстрее. Да, да, мы знаем в Евангелиях, Иисус говорил о том, что историю земли будут сопровождать войны, землетрясения, болезни, голод и так далее. Но в Библии есть более точное временное определение второго пришествия Иисуса Христа. Опять же, в книге пророка Даниила. Давайте мы опять откроем эту замечательную книгу. Там очень много пророчеств. И о первом пришествии, и о втором пришествии Иисуса Христа. Во второй главе книги пророка Даниила мы читаем такие события. Во второй год царствования Навуходоносора, это был вавилонский царь, который захватил Израиль, разрушил Иерусалим, разрушил храм, забрал пленников в Вавилон. И вот Даниил попал вместе со своими друзьями, попал во дворец этого царя. Царь их не убил, наоборот, он их начал учить, он начал преподавать им язык халдейский, и он хотел их сделать знатными людьми, начальниками. Такая у него была политика. И вот во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. То есть он взбудоражился, проснулся и забыл. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. И я дальше перескажу вам, чтобы сократить время. Пришли все эти мудрецы, астрологи, гадатели, прорицатели, волшебники. И царь говорит, ну что, давайте, расскажите мне сон. Расскажите, награжу вас. Не расскажете, голова с плеч, дома ваши разорю. Они говорят, ну давай, расскажи сон. Мы тогда тебе скажем значение. Но он не помнил сон. У него осталось такое впечатление, что сон очень важный. Но он не помнил его. И он говорит, нет, вы мне расскажите, что мне приснилось и каково значение этого сна. Они растерялись и говорят, что мы не можем такого сказать. Откуда мы знаем, что тебе приснилось? Никакой царь никогда не требовал такой трудной задачи. Но Навуходоносор настаивал на том, что это нужно сделать. Иначе они будут убиты. И в конце концов, когда он увидел, что они тянут время и ничего не могут сказать, он повелел их всех убить. В их числе был Даниил и его товарищи. Они не присутствовали на том собрании, и когда их пришли убивать, они спросили, почему такое грозное повеление у царя? И тогда военачальник царя Вавилонского объяснил им, и они попросили время, чтобы им дали время. Они помолились Богу, и Бог открыл Даниилу сон Навуходоносора. И об этом мы читаем дальше с вами. Даниил пришел к царю, и царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Царь был весь во внимании, можете себе представить. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. Видите, Даниил ему рассказывает не просто сон. Он ему рассказывает, о чем царь думал перед тем, как уснул. Но это-то царь помнил, так или нет? Это он помнил. И он говорит, ты думал о том, что будет после сего.
После сего, после чего? Ну, после него. После его правления. Когда человек поднимается на Олимп власти, он думает, сколько я там продержусь. Так? Год или два, или три. У нас сегодня выборы. Каждые там сколько? 5 лет. А в то время выборов не было. Цари или по наследству передавали свой престол, или же свергали, какие-то революции поднимали, свергали один другого. Но царь Навуходоносор очень крепко стоял. Очень крепко стоял. Его царство было самым сильным на земле. Он был самым богатым на земле. Он был настолько уверен в себе, что у него только один вопрос был. После моей смерти. Что будет? Будет ли этот Вавилон вечно стоять на земле? Будем ли мы править землей вечно? Вы слышали о таком государстве Вавилон в последнее время? Уже давно не слышали, так? Сегодня на месте Вавилона стоит современный Ирак. Не очень сильное государство, конфликты там, мы знаем, постоянные. Но в то время это была сверхдержава, Вавилон. Итак, царь думал о том, что будет дальше. И Бог ему дал сон. И открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Дело в том, что Даниил был верен Богу. Хотя израильский народ в целом был не верен Богу, и за это они оказались в плену. Но лично Даниил был верен Богу. И Бог использовал этого простого юношу для того, чтобы познакомить великого вавилонского царя с собой. Навуходоносор не знал настоящего Бога. В Вавилоне было язычество. Они поклонялись истуканам разным. И Бог решил познакомить Навуходоносора с собой через Даниила. И он дал ему объяснение этого сна и сам сон. Итак, Даниил продолжает. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук». То есть сам по себе камень вдруг летит. «Ударил в истукана, в железные, глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе разломилось». Или раздробилось, я сам плохо вижу на этом фоне. «Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его». Можете себе представить состояние Навуходоносора? Он был шокирован. Он вспомнил. Конечно же, он вспомнил. «Да, этот истукан, я его видел во сне, но что это значит?» Даниил продолжает. «Ты, царь, царь царей». Ну, действительно, это было не просто какое-то такое, знаете, литературное выражение «царь царей». Царь Вавилона был самым сильным царем на земле. Он был царем над всеми царями. Если какое-то государство могло что-то там выступить против Вавилона, они были сразу же разбиты. «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Очень интересно, правда? Языческий царь, Навуходоносор, но сказано, Бог тебе дал силу. «И всех сынов человеческих, где бы они ни жили,
зверей земных и птиц небесных. Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». Итак, если вернуться к вот этому истукану, видите, золотая голова символизирует Вавилон. Он говорит, ты – это золотая голова. Но помните, какой вопрос был у Навуходоносора? Что будет после сего? Так? Вечно ли будет стоять Вавилон? Вечно ли он будет богатый? Вечно ли он будет сильный? Нет, сказано, после тебя восстанет другое царство. Не просто царь другой. У Навуходоносора был сын и внук. Мы читаем о них в книге Даниила, как они правили. Но уже в книге Даниила описывается, как внук Навуходоносора был убит, и персы заняли Вавилон, захватили Вавилон. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». И еще третье царство. В книге Даниила упоминается о том, что после персов будут греки. Александр Македонский и его эллинистическое государство. Третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. То есть какое-то мощное царство после Греции, после эллинов. Но и оно не будет вечно, смотрите. После железных ног, а что ты видел, ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. Очень интересно. И в одни тех царств, видите, Даниил закончил описание истукана. Но помните, что там было еще? Камень без содействия рук, который разбил этот истукан. Что он значит? «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками. Что значит не руками? Всякое свержение человеческих властей другими людьми происходит чем? Руками. Так или нет? Люди восстают против других людей, свергают их руками, оружием и так далее. Но этот камень без содействия рук был. То есть люди не приложили к этому ничего. Это какой-то сверхъестественный камень. Причем, ну какое мы знаем царство вечно стоит? Да никакого нету вечного, так? Но самые большие были царства, Римская империя была самая большая. Римская империя. Более 500 лет, ну примерно так оно было на земле. Но еще не было таких. Ну, Советский Союз был сильный, ну, 70 лет. Ну, Соединенные Штаты Америки, ну, 300 лет, так? 500 лет Римская империя. Но вечно! Какое царство может вечно стоять? Это только небесное царство, которое придет на землю без содействия человеческих рук, ни революцией, ни войной. Оно придет с пришествием Иисуса Христа.
вторым пришествием Иисуса, как об этом говорится в Библии. Оно упразднит, разрушит все царства земные. Все. Это разделение на государства и народы закончится. А само оно будет стоять вечно. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Видите, Даниил не сам это придумал. Будучи пророком, он получил весть от Бога. Поэтому он не спрашивал Навуходоносора, ну что, царь, такой сон тебе снился? А как тебе такое истолкование? Как тебе кажется, оно правильно или нет? Нет, он так не говорил. Он говорил, верен этот сон и точно истолкование его. После этого Библия говорит, что царь царей, пал перед Даниилом и поклонился ему. Говорит, только ваш Бог есть Бог Богом. Все. Вавилонские боги ничего не значат. Действительно, Господь через Навуходоносора, через Даниила для нас сегодня открыл всю историю земли, начиная от Вавилона за 600 лет до Рождества Христова, до второго пришествия Иисуса Христа. Этот истукан имеет очень важное пророческое значение. Временной промежуток здесь от Вавилона до Божьего Царства, до этого камня, который разбил истукан, камня, который наполнил всю землю, вечное царство. Но когда же это будет? Сказано, в одни тех царств он ударит истукан. В одни тех, каких, помните, какие там были последние царства? Глина и железо. Вот там что-то, ноги, помните, были из чистого железа, а внизу там осталось что-то чуть-чуть от железа и глина. Что это значит? Вы знаете, изучая историю современную и вообще историю, мы можем понять, что это значит. Пророк сказал Навуходоносору, «Ты – это золотая голова». Империя Вавилонская представлена в виде головы. Но Вавилон был поражен. Медоперсы, медяне и персы захватили их. И это символизируется серебром. Грудь, руки, серебро. Но затем сами персы были захвачены македонским, Греция. Наступила эпоха этой империи. И это символически представлено медными бедрами. Но Греция также не стояла вечно. После смерти Македонского его царство распалось, по сути. Огромные территории, которые он захватил отсюда, от Греции и аж до Индии, они распались на разные части, его генералы взяли власть над этими территориями. И какое-то время они враждовали друг с другом, пока на арену не вышла новая сила. Рим, железный Рим, представленный ногами из железа. Это Римская империя, о которой Библия упоминает. Иисус Христос жил в какую эпоху, когда Он был на этой земле? В римскую эпоху. Римские воины забивали гвозди в Его руки. Римский судья Понтий Пилат судил Иисуса Христа. Это был Рим. Железный Рим. Это была железная империя, очень сильная, очень... Там иерархия была. По сути, оттуда, из Рима, очень много пришло и к нам. Каждая из этих империй оказала огромное влияние. Вавилоняне, астрономия, математика еще. Персы также были очень сильны в науках. Греки, философия их, и также развитие наук. Рим, смотрите, право. Мы читаем сегодня в новостях, Украину побуждают принять римское право. Так? Что стало с Римом после его распада? Что символизируют вот эти ноги, ступни, вернее, и пальцы на ногах? Это остатки Римской империи. Это, по сути,
Европейский Союз, современная Европа, где есть, где были исторические попытки объединить эту Европу через семя человеческое, вы помните, через браки королевские. В последнее время попытки объединить воедино Европу. Но библейское пророчество говорит, что как глина с железом не могут объединиться, так и ничего не получится у Европейского Союза в том, чтобы стать одной державой. Мы видим то попытки объединить, то попытки выйти из Евросоюза сегодня. Так? Одно государство сильное, железное. Германия, Франция сегодня сильные экономические государства. Другие слабые. Греция, Португалия мы видим и так далее. В одни тех царств, Бог говорил. В одни тех царств. Если мы посмотрим исторически, как это все происходило. Вот этим розовым цветом представлено Вавилонское государство, которое зародилось вот там, на территории современного Ирака, Вавилония там была. И затем они пришли сюда и захватили Иерусалим, захватили Израильское царство. Но затем сами были завоеваны. Персидское царство, вот цветом представлены завоевания в разное время. И в последнее время вот все эти цветные территории объединяются, это все было одно огромное, сильное государство. Пророк Даниил жил в ту эпоху. Затем империя Македонского, от Греции и аж до границ Индии. Вся эта территория была захвачена ими. Затем Римская империя, которая захватила те территории ближневосточные, но она распространилась сюда на всю Западную Европу, северная часть Африки. И последнее царство, царство разделенное. Это современные западноевропейские страны. И в одни тех царств Бог Небесный поставит свое царство. Разделенная Европа, она уже немалое время разделена. Уже более половины тысячелетия это происходит. Но именно вот в это время, в одни тех царств, Бог Небесный воздвигнет свое царство. Итак, мы видим здесь приблизительно, вот это пророчество отдает нам приблизительное время пришествия Иисуса Христа и установления Божьего царства здесь на земле. Мы же молимся, когда мы молимся: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, и да приидет царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе». То есть, ну, сегодня пока что воли Божьей на земле нет. Сегодня мы видим, грех царствует на земле. Но мы молимся о том, чтобы Царство Небесное было на земле. И Иисус говорит, что это будет. Вот это время царствования греха закончится на земле. Придет Иисус и установит небесное царство. И поэтому Иисус, когда учил своих учеников, он неоднократно подчеркивал об этом. «Потому и вы будьте готовы, — говорит он, — ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Мы живем с вами в то время, когда Иисус может очень скоро прийти. И поэтому Иисус говорит: готовьтесь к этому событию. Это не значит, что мы должны жить в страхе, что мы должны быть в каком-то паническом оцепенении. Нет. Потому что для истинно верующего человека пришествие Иисуса Христа – это что? Это радость великая, так? Вы слышали, как иногда люди говорят: о, страшный суд будет. Библия говорит о страшном суде, но он будет страшный для кого? Для тех, кто противится Богу, для тех, кто живет в грехе, для тех, кто нарушает Божьи законы. Но для народа Божьего это будет долгожданное избавление, это будет великая радость, встреча с Иисусом. Но Иисус предупреждает: будьте готовы. Кто же верный и благоразумный раб,
которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Итак, какой итог мы можем подвести? Какое заключение мы можем сделать с вами? Бог ничего не делает в тайне. Бог обязательно открывает все свои планы. В Библии мы находим точное предсказание первого пришествия Иисуса Христа. Но люди часто игнорировали это. Они игнорировали первое пришествие Иисуса Христа. И для многих оно было неожиданным. Многие не приняли его. Второе пришествие Иисуса Христа тоже будет неожиданным для многих. Мало кто сегодня на это обращает внимание, даже и среди христиан. Но пришествие Иисуса будет скоро. Мы живем в одни вот тех стоп, глина и железо. Мы видим, как события на нашей земле ухудшаются. Есть в Библии еще другие пророчества, которые еще подводят нас ближе к пониманию пришествия Иисуса Христа. Но для многих оно будет неожиданным. Библия предупреждает нас. И поэтому Библия и призывает нас. Будьте готовы. Будьте благоразумными людьми. Живите по Божьим принципам жизни. Не грешите. Не живите в грехе. Примиряйтесь с Богом. Примиряйтесь друг с другом. Готовьтесь ко второму пришествию Иисуса Христа. Оно будет быстрее, чем нам кажется. Друзья, что скажем мы на это? Будет ли это событие радостным для нас? Ожидаете ли вы второго пришествия Иисуса Христа? Хотите ли вы, чтобы оно побыстрее было? Оно будет скоро. Давайте будем готовиться. Помолимся вместе. Отец наш Небесный, Господи, мы благодарны Тебе за Библию. За то, что на ее страницах Ты дал нам все необходимое. Ты даешь нам также указание времени пришествия Иисуса. Он не мог прийти при Вавилонском царстве, Он не мог прийти при Персидском царстве, или Греческом, или Римском. Мы видим, что именно во дни разделенных царств, во дни, которые живем мы сегодня, в эти дни, когда мы видим, столько попыток было объединить Европу завоеваниями, браками. Ничего не вышло, потому что железо с глиной не смешиваются и не смешаются никогда. Но именно в это время, Господи, Ты обещал установить Твое царство на земле здесь. Мы не знаем дня или часа, Господи, но дай нам так жить, чтобы мы каждый день были готовы. Господи, дай нам ни дня не прожить, лелея какой-либо грех. Дай нам ни дня не прожить во вражде или ссоре с кем-либо из ближних наших. Что касается нас лично. Дай нам жить чистой совестью перед Тобой и перед ближними. Помоги нам в этом, Господи. И гряди скоро, Господи. Мы просим ради Иисуса. Аминь.